Заехал к своим кентам. Вот он опять эти щеки поставил. На ковш. Да, конечно, стрела, блядь, намного мощнее, чем у меня. Ну, реально, ну, вот такая у меня, вот. Вообще пиздец, вот эта стрела, конечно. Это тройка супер. Стрела здесь мощнее. Ну, а чё, пальцы они не могли увеличить с завода. И цилиндры здесь толще. Вот эти вот, у меня цилиндры тоньше. Тройка супер вообще четко. Она и небольшая, как четверка. И зато задние колеса поворачиваются. Вообще вариант. Отличный. У них на механике она. Четыре люхами занимаются здесь. Ковыряют. Вон колеса задевают за цилиндр. Или не, задевали, когда у них, видать, разъебан палец был. Он тёрл. Да, стрела, конечно, намного мощнее, чем моя. Чё, лист металла и просто швеллер приварен с торца, и все. Ну, вообще, заебись сделано, бля. Ту, которая есть, у меня сложнее даже делать, здесь легче изготавливать. Батарейка впереди. Снег пошел. Там кадур их не стоит. У них таких три. О, Миш пришел. Позвонил мастерам, вектор готово. Сейчас поедем забирать с тралом. Не хочу, чтобы она снегом вся забила, потом ее мыть. Короче, 35 рублей. Сказали, цена не поменялась. Хотя он сказал, что лак там отдельно будет. Ну, короче, 35 колов. Заднее крыло полностью сделать. То есть там кусок менял я крыла. Двери изнутри у меня были готовы, но не покрашены. Порог вроде как готов, но там может чуть подзаниматься. Переднее крыло у меня было загрунтовано, надо перешлифовать было, окрасить. Ну и двери, нижней части, углы надо было доделать. Плюс покрасить, краска моя, вот 35 рублей. Сейчас посмотрим, что там как, и чего и почем. Хоккей с мячом. Ну, в принципе, меня устраивает по деньгам. То есть, даже, ну, как бы это вообще такая низкая цена, можно сказать. Это человек просто, говорю, я ему тогда продавал, у меня был этот компаньонский Барс Мумс 11, бортоповоротный этот погрузчик. Вот он, короче, сделал. Посмотрим. Сейчас притащим на трале его, ее в гараж. Вот так вот дела обстоят. Надо собирать вектор будет. У нас сегодня минус 8. То есть вчера было минус 20, позавчера было минус 27. Сегодня минус 8. Вся неделя будет 8, 7, 12. Так что все хорошо. Вроде как. Недельку нормальная погода.
Заезды, говорит, нужны, чтобы загонять трактор куда-то. Никуда нахуй никакие заезды не нужны. Вот. Все, блядь, загоняешь машину и все. Никаких проблем нету. Погрузочная высота Утрала какая. Что у ваших, блядь, там Газель они заезжают. На Газел, блядь. Купите себе нормальный эвакуатор, блядь. И ездите, и возите свою спецтехнику, ёпта. Я вот без зеркала, без одного ничего не вижу, что там сзади происходит. КРАС где-то стоит. Вот КРАС стоит. Кто-то в КРАС въебал. Супер трал. Вообще супер трал. Никаких заездов не надо, ничего, блядь, ёпты. Не таскать, не возить. Причем он раньше откидывался. Ну, я его заблокировал просто. Иначе хуёво по нашим дорогам ездить, блядь. Даже одна вот сейчас в воздухе висит. Вообще, по идее, лучше палку ложить. Чтобы бампер не отхуячить. Сейчас посмотрим, что будет. Все, на, заезжай. Такие нахуй не нужны, блядь, заезды, блядь. Заезды, блядь. Хуезды, блядь. Но лучше еще место можно было найти для... Видите, она сейчас подымется. Вот так вот. А, я на ручнике, я думаю, что за хуйня. И все, блядь. Не надо ничего нахуй делать. Никакие заезды. Хуезды, блядь. Переезды. Все, на. Все, блядь. Хуйню всякую придумывает, блядь. Ой, так он там поднимает, наверное, чтобы заезжать, блядь. Все. Тачка стоит, блядь, огонь, нахуй. Плюс еще вывернуть, чтобы все было отлично. Ну пиздец, блядь. Все нахуй. Никакие нахуй заезды не нужны. Сгоебы, блядь. Заезды, блядь. Вот и все. Привязываемся и в путь. Сейчас отъеду с проезда, чтобы люди могли проехать. Завяжусь и помчим. Я на две растяжки закрепил. Стоит более-менее. Нормально, никуда нахер не денется. По диагонали. Конечно, снег это хуёво, но сойдет, я думаю. Что мне тут наделали, смотреть. Ну что-то, блядь, не собирается. Хуй знает, что такое. Не защелкивается что-то. У меня защелкивалось, сейчас что-то не защелкивается нихуя. Пока не знаю. Они резинку не туда вставили, что ли? А по-моему, в щель должна была быть вставлена. Ну ладно, с этой херней разберемся. Ну так вроде что-то. Хер знает. Вот эти места я не мог сделать. Ну вроде сделали.
Вроде нормально. Ага, проем сделали. Ну все, как в прошлой жизни. Тачку поставили на тралы, поехали. Я не смогу. Чувак, стой там. Взял, поехал за мной там. Зимой и летом возили, и минус 30, и минус 35. Все, мчим в гараж погружаться. Порвало на место стекла, который то он как парус там надувается. Блин, с тралом так-то в такую погоду в час пика не очень ехать хорошо. Опасно. На красный, смотрите, вот он ебашит, блядь, на красный, просто в наглую. Сейчас ехал по Ленинградке, чувак приехал с примыкающей дороги, едет по третьей полосе, ну, по крайней, по первой, типа. Но она к нам бы как бы не относится, она съезд на разворот или выезд с разворота. Ну, грубо говоря, с виадука. Сука конченый, едет, тупо, блядь, без поворотника влево начинает на меня перестраиваться и все. То есть, ну, не показал даже свои намерения, что он, ну, красный, я торможу, затормозил, вы же смотрите. Даже не показал поворотник, что он хочет уйти в первый ряд с этой полосы. Ну, не конченый, а. Я смотрю эту хуйню, думаю, блин, ну, там непонятно, куда он едет. Либо он едет прямо и уходит опять направо, на разворот, на виадук, либо он идет, ну, ко мне. Хочет встать в движение, типа ни поворотника, ничего. То есть намерения его непонятны. Если у него был бы поворотник включен, как бы, ну, другое дело, можно было бы там. Вообще, я его не обязан пропускать. Можно было притормозить, там его запустить. Но, блядь, в наглую просто влево руль поворачивает и начинает выезжать. Ну, это просто, блядь, я хз. Вот. Ну, у него знак сзади этот. Учебный, внимание, блядь, но ты вообще башкой своей дружишь или нет? Грубо, вот, отъезжает просто в наглую, в наш ряд сюда, перестраивается и хочет, блядь, заехать. Как, блядь, я вот хер знает. Немножко вот так перееду, встану не там, не там, потому что непонятно, что там. И главное, я его проехал. Я вижу, что он это делает. Я начинаю смещаться между первым рядом и вторым, левее уходить. Ну, чтобы как бы был шанс, чтобы я его не засадил. А трал-то у меня сзади. То есть я с ним поравнялся, он уже, блядь, берет влево руля. То есть зеркала не смотрит вообще нахуй. И на трал пытается, блядь, Ну, как вообще? Блядь, сука, ты дурак. На трале горят огни. Его видно в зеркало, что трал. Что вообще творишь-то? И вот таких долбоебов, вот просто пиздец. Вот смотри, что делает. Со второго ряда, блядь, поворачивает направо. Нет, нормальный человек, скажу. Вот нормальный человек такое делает? Пиздец, просто в ахуе. Люди же с ума, блядь, сошли, что ли, или что, блядь, вообще нет. Задним, что ли? А не, я на пол.
горы ехал, у меня аж прям шлифовал автобус, ёпта, на заднем ехал. Шлифует и все, блядь, писец нахуй. Потихонечку ехал. А пустой туда ехал, просто боком автобус ставит и все. Шлифуешь нахуй, газ сбрасываешь. Только-только, чтобы колеса чуть-чуть цеплялись, никакой пробуксовочки, потому что вообще опасно. Красный идет, вот так вот не увидишь его в стойкой вот этой вот, и наедешь на него, и что потом? А потом турма. Ну не турма, конечно, он на красный шел, но калекой станет, ноги ему переломает, блядь. Так, сейчас передо мной, наверное, встанет сивка-бур, бурка, вещи, каурка. Прям вот так вот шук и встают, блядь, с тралом по тормозам и опасного. Опасным она вообще. Я в Калининграде тогда, ну не в Калининграде, в Нестерове, чуваку как ебанул, блядь, чуть-чуть толкнул в жопу. Оказался вообще он, блядь, с Мурманской области раньше переехал туда жить. Ай, блядь, комедия, нахуй. Встретились, да? Снег валит, валит. Я уже рассказывал. Едем. Ну вот так вот, пешеходный переход. Человек еще не подошел на пешеходный переход, этот решил, блядь, остановиться, блядь, пропустить его. Ну, короче, что, останавливается. А я-то вообще не думал, что он затормозит, потому что тот чувак еще даже к тротуару, ну, не подошел к краю дороги, понимаете. А тот уже, блядь, взял по дискам. И только щелк, мокрый снег был, я с тралом был на ЛТшке, а на трале стоял спринтер Спарта. Представляете, вес, блядь, ну какой нахуй, скорости вообще не было, там скорость была, блядь, 10 км в час, нахуй, блядь, как не успеешь остановиться, трал-то толкает, и поворачивать плохо с тралом, может жопу, блядь, закидывать тягача. Если у тебя не полный привод, даже если полный, но если у тебя тягач легкий, то как бы это будет все печально. Про трал надо не забывать, потому что он там сзади болтается, и он, получается, едет по другому радиусу, где-то примерно метр параллельно колея едет, поэтому надо выруливать тягачу вперед, потом, блядь, резко выворачивать руль, ну типа вот так вот, раз, чтобы трал шел по этой, по траектории нормальной, иначе можно крылом сесть. Ну, а теперь нам надо сгрузиться, правильно? Что мы делаем? Мы сейчас вот так встаем. Сейчас у нас трал ляжет там сзади на... Хопля, вот так вот. Че он там лег? Тральчик нет? Хвост. Хвост лег? Все. Все. Никакие нахуй заезды не нужны. Все, отлично, блядь. Сука, по драчепот идет. Отвязываемся и съезжаем. Так это я еще трал можно поддомкрать всего раз здесь вот. Второе, можно открутить здесь болты, и трал будет подниматься к автонасвалке. Мне это не надо. Это лишнее время, лишние силы. У меня ни того, ни другого нету. Давай, цепляйся. Все понял. Пленку почти порвало. Но здесь оторвало провод, поэтому не светится.
Еще в прошлый раз. Вот так вот, ёпта. Хопля. Хопля. Ничего не задевает. Ни дверь, ничего. Все сделано с умом. А то пишут там трал, блядь. Вот такой там за какую-то хуйню, блядь, придумают идиоты. Поехали. Пизду за орехами. Вот, никаких заездов нахуй нет. Ничего нахуй не надо, никаких заездов. Сейчас получается я буксую. Мне это не важно. Мы сейчас вот так вот сделаем. И на трале отъедем, да и все. Ничего не надо. Никакие заезды, блядь. Трапы, блядь. Как они там, сходние, блядь. Схуёдни. Все. Проблем нахер, поехали. Нам еще теперь задача там развернуться, конечно. Но это ничего страшного, сейчас развернемся. Миллион раз так делал. Трал супер, блядь. Не фуфлыжная какая-то хуета, блядь. Европа, ёпта. Проблем нету, сейчас вектор в гараж ставим и будем собирать. Красота, та-та-та-та. Опля, повезло, что снега немного. Такси, короче, 500 рублей стоит туда. Нахуй оно мне надо. Это раз. Второе, я не хочу, чтобы оно все снегом забило. Грязь там мне в двери, мне не надо. Вот заехал на трал и все. В одну каску никого не надо просить, ничего не надо делать. Единственное, надо иметь трал. Так, сейчас попробуем развертаться там. Надо не забывать про трал, иначе он там уедет с сугробом. Так. Ну вот такой тут пятачок. Ну, 100 раз так делал, конечно. Давно-давно, но сейчас давно так не делал. Делается это вот так вот. Езжаем вперед, складываем трал, чтобы он повис над обрывом, вот над тем. Вон, видите, там обрыв. Вот так вот. Сейчас главное не проебать вспышку, чтобы он меня не сложил. Чуть-чуть выравниваемся. Так вот, поехали. Давай. Главное, чтобы камней там не было. Вообще, раньше вот туда дальше проезжаешь, спокойнее было, но... Может быть что-то, оно может разбить там фонари на трале, но...
так вот делаем. Еще разок подвыравниваемся. Вот так сейчас туда его над этим, над пропастью свесим. И все будет заебись. Там у нас обрыв. Назад сдаем, чтобы он там повис, видите? И все, повис и повис. Колеса, главное, стоят. Ну и все, поехали. Я даже на ЛТшке здесь разворачивался. Все. Митсубой, кстати, я прям в свой гараж трал загонял вот здесь вот. Здесь узко, посмотрите как. Но я вот загонял вот так вот вдоль боксов и загонял трал в гараж. Ворота у меня 3, а трал ширина 2,94. То есть вот он, или 2,92. И вот он четко сюда заезжал. То есть вот 90 градусов угол вот здесь, посмотрите. И я загонял туда. Подвешивали кузов к потолку реперами. И потом трал выезжал. Так что вот так вот. Но это было лет 15 назад. Сейчас надо будет чуть-чуть потренироваться, чтобы это так сделать. Наверное. А может и сделаем с первого раза. Уже ничего. Будем загоняться. Будем загоняться. Что там сзади, никого? Ничего. Видите, тут узко. Тачка только-только так встает. Так, ну летом я точно знаю, что мы здесь заезжали. 90 градусов. Но, блядь, там канавы этого не было. Просто там упыри прокопали канаву водосточную. В нее бы не завалиться передним колесом. Да, трал проходит. Все нормально, все заебись прошло. Все четенько вышло. Я на полном сейчас. Перейду на задний привод. Так, что у нас тут? Задний включу. Дурачки, блядь, скорость тут набирают, но это опасно. Он шлифует на заднем и все. Не хочет ехать.
когда я строил, самый первый год у меня заказы были. Песок я там в подвале распределял по секциям. Грузчика нету, который тут стоял, вот садовый центр Флорида или Флорида. Он же говорил, что он что-то на снегу ебашит. Ну, в том году. Говорит, даже понравилось ему. Вот продается GS6700. Новый китайский экскаватор погрузчик, если кому надо. Подъезжайте. Ждет вас.